сидел вот так вот. Она была где-то полубоком, и он так вот наносил ей удар. Одной рукой. Удары куда наносил? В области живота. В области живота. Какой рукой наносил? Правой. Следствием был установлен свидетель происходящих событий. Это 15-летний житель Нерчинска. Он допрошен. Его показания проверены на месте происшествия. В момент убийства он находился рядом и поэтому рассказал следователям о том, какие действия совершались каждым из участников. Кроме того, мы уже получили результаты судебно-медицинской экспертизы по телу девушки, по результатам которой экспертам обнаружено на ее теле свыше 120 ножевых и колото-резанных ранений. Смерть девушки, по заключениям эксперта, наступила от обширной кровопотери. Сегодня же следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение –